мы придумали такой высокотехнологичный юридический сервис, который позволит каждому получить доступную юридическую качественную экспертизу быстро и с гарантией результата. Сервис рассчитан, в первую очередь, для микрофинансовых организаций, ну, если в общем сказать, для кредитных организаций, которые подают займы кредит для населения. Наш сервис рассчитан, в первую очередь, на молодых мам с детьми, которые сидят дома, воспитывают детей, ждут своих супругов с работы, и у них не хватает времени на то, чтобы подумать даже, что приготовить на ужин. Через 5 лет это будет федеральный сервис. Я думаю, что мы выйдем и в страны СНГ, где схожие. И мы станем лидерами этого рынка, хотя в некотором плане отстроимся от конкурентов. Это будет международная компания, присутствующая в 10 странах мира. Стартап – это всегда очень эмоционально напряженная ситуация. Ты то вверх, то вниз летаешь.